Убийца флагманов может навредить и человеку. Случай со взрывом OnePlus. Йога для смартфона. В Китае создали гибкий телефон. Три в одном. Заряжать гаджеты можно с помощью тепла, движения и солнца одновременно. Здравствуйте, в эфире телеканала 24KZ, новый выпуск проекта ProNet. Неизменно увлекательно о гаджетах, технологиях и концептах. Сегодня начнем со смартфона-убийцы. Убийца флагманов может убить. Недавно общественности представили и затем начали продавать новинку от компании OnePlus. Оказалось, что неплохой смартфон может взорваться. Прежде слова «смартфон» и «взрыв» соседствовали больше, когда вспоминали об айфонах. Случаев взрывов яблочных аппаратов было предостаточно. Но теперь в список опасных гаджетов можно записать и телефоны на CyanogenMod. Инцидент произошел в Индии. Житель Нью-Дели поставил смартфон на зарядку. Через 7 часов он проснулся от едкого запаха дыма. Затем он увидел, что OnePlus One полыхает. Мужчина сбросил его на пол и потушил. В службе поддержки сказали, чтобы он принес оставшиеся от аппарата и, возможно, его обменяют, ведь источник взрыва явно был локализован в районе батареи. Однако после экспертизы компании OnePlus это делать отказались. Дело в том, что подобные повреждения и возгорания могли быть спровоцированы, к примеру, тем, что смартфон до этого падал в воду. Подобный случай с отказом от обмена взорвавшегося телефона был, когда обнаружилось, что утопленный Galaxy серии S пытались сушить в микроволновой печи. В Китае сделали гибкий смартфон. Пока некоторые компании с мировым именем что-то похожее патентуют да анонсируют, небольшая фирма из Поднебесной показала работающий смартфон, который можно гнуть. Презентация состоялась на выставке Touch Taiwan 2015. Компания AUO представила прототип смартфона с корпусом и гибким дисплеем. Был продемонстрирован и принцип работы, или точнее способ управления с помощью сгибания 5-дюймового экрана. Представитель компании изменял масштаб карты в программе Google Earth. Заявлено было, что у гибкого смартфона 6 степеней свободы. Можно не только приближать, отдалять, но и двигать, к примеру. Также утверждается, что технология годна и для использования в мобильных гаджетах с большим разрешением, в том числе в планшетах. А вот о железе, что спрятано внутри гибкого телефона, умолчали. Посмотрим, чем ответят мировые бренды. Согревай, двигай и ставь под солнце, и тогда всегда будешь заряженным смартфоном. На сайте по сбору интернет-инвестиций новый проект с зарядным устройством, которое очень порадует гринписовцев и им сочувствующих. Гаджет представляет из себя коробочку 9 на 9 сантиметров при толщине 18 миллиметров. Внутри умная начинка, которая преобразует в электрическую энергию тепла или движения. То есть можно установить зарядку около источника тепла или просто включить режим, при котором зарядка будет происходить от колебаний во время ходьбы, к примеру. А еще одна из сторон гаджета покрыта фотоэлементами, так что на солнце тоже можно заряжаться. Встроенный аккумулятор имеет емкость 2500 мАч. Немного, но в общем достаточно, чтобы вернуть к жизни смартфон и даже планшет. Устройство называется Pocket Sun, цена на него будет около $90. Световое шоу для рекламы. Неплохая задумка. Даже если никто ничего не купит, можно прославиться в YouTube. Компания Prinav занимается созданием программного обеспечения для дронов. Последняя их разработка – ПО для точного позиционирования летательных аппаратов. Вот с помощью него и был создан этот красивый ролик. Хорошие дроны, хорошее программное обеспечение, камера и умение создавать ролики в стиле таймлапс – результат на ваших экранах. Компания Prinav создала программу, которая позволяет весьма точно позиционировать квадрокоптеры. Такой способ очень пригодится, к примеру, для инспекции сотовых вышек или ветрогенераторов. Управлять летательным аппаратом с помощью джойстика с достаточной точностью в некоторых случаях не выйдет. Позиционированию помогает лазерный дальномер, установленный на земле. Также система создает высокодетализированные 3D-модели различных структур с помощью дронов. Впрочем, можно просто насладиться воздушным танцем квадрокоптеров. Уже завтра новая порция самых интересных новостей из мира хай-тека и потребительской электроники. Не пропускайте и подписывайтесь на нас в Facebook и Twitter. До встречи в эфире и онлайн.